Добрый вечер, друзья. Мы возвращаемся. Впереди у нас матчи североамериканского региона. Осталось узнать последнего участника Чинцин Мейджор. И как раз на нашем канале мы будем смотреть решающие матчи этого региона, да и вообще, можно сказать, всех закрытых квалификаций. В эфире студия StarLadder, аналитическая панель, как говорят наши англоязычные коллеги. Сергей, Дмитрий. Тоня. Мы уже на финишной прямой. Остался один матч всего лишь, который отделяет нас от того, чтобы узнать всех участников Чинцин Мейджора по итогам закрытых квалификаций. Чувствуете волнение? Нет. Я думаю, они чувствуют волнение как раз-таки, а тем более ребята из команды Evil Geniuses чувствуют волнение, потому что они на грани вылететь и не пройти на этот мейджор. Да, действительно, давайте посмотрим турнирную сетку стадии плей-офф, посмотрим, какие матчи нас ждут сегодня, этой ночью. Джей Шторм против Форвард играют на канале StarLadder 4, совсем скоро начнется этот матч. Там будет определяться лишь посев, потому что оба коллектива уже получили свою путевку в Чинцин. И Evil Genius против Plus Ultra мы будем смотреть на этом канале, потому что этот матч является очень интересным и решающим. Здесь как раз команды будут бороться именно за свой слот на мейджор. И, как ты сказал, Сергей, справедливо, ЕГЭ в шаге от вылета. Так и есть. Но вчера они очень как-то удивительно проиграли Штормам, причем, ладно, там первую карту отдали, но именно 2-0, то, что закончился этот матч, это, мне кажется, удивление было для многих, а тем более для... Ну, кто-то хату залил, в общем, и поднял 3. Особенно для Evil Geniuses, мне кажется, было это удивлением. Дима, как ты относишься вот к такому результату ЕГЭ, и как ты считаешь, с чем это может быть связано? Расслабились, не подготовились. Может быть, хату залили, может быть, их друзья хату залили. Может быть, просто, я не знаю, не порофлили. Кто его знает, может быть, просто недооценили Джей Шторм. Да, мы этот матч не успели именно в лайве посмотреть, потому что он шел у нас как раз-таки на параллельной трансляции. А сегодня тоже. Его не стал посмотреть именно по парсеру. По парсеру я там наблюдал, что там было. Но вроде прям ничего такого сверхъестественного. Никого там аудрафта не было. В двух пиках был у Штормов как раз-таки Чен. Может быть, вот именно исполнение на Чене закрывало у нас Evil Genius. Потому что реально очень удивительно, что 2-0. Североамериканский регион. Насколько он сильный в доте? Насколько он является приоритетным? И какие вот главные титаны находятся там? Он сильный именно вот единичными командами, потому что если по совокупности брать этот регион, можно... Ну да, там есть Evil Geniuses, там есть форварды, ребята, которые могут бороться против любых коллективов со всего света. Вот, но именно команды, которые догоняют, они... по многим, мне кажется, там причинам уступают с командам из Европы, их просто меньше. Даже все, если смотреть на квалификации исторически, то нехватка команд всегда происходила у нас именно в Северном регионе. Где-то там квалификация у нас на 12 команд, там в Европе на 12, в СНГ на 12, плюс вот эти опен-квалы, где там по 1000 команд регистрируются. Здесь просто на закрытые квалы у тебя там 20 команд, то есть на открытые квалы 20 команд регистрируются, и там 8 попадает в закрытые. Что очень как-то дота не сильно развита именно в Америке. Дим, а очень многие скептически отнеслись к тому, что дали 3 слота именно этому региону. Как ты относишься к вот этому решению и вообще в целом к... Первые 2 слота дают просто сильным командам. Вот, например, мы говорим о американском дивизионе, но игроки-то не американские. То есть, если посмотреть на ЕГЭ, у них Fly, S4 и третий игрок, скажи мне, я вам скажу. Крит. Да, вот 3 замечательных игрока, они европейцы, соответственно, как только европейцы залетают в этот состав, они, американская команда, но какие европейские. То есть уедут эти европейские игроки к нам в Европу, скорее всего, американская дота уже бы заслужила 2 слота. Но вот благодаря этим ребятам уже одна сильная команда. Потом Forward Gaming. То есть вот Forward Gaming, я знаю, что там есть Resolution, потом SVG, потом еще 3 игрока, один из них MSS, и еще 2, Universe плюс 1. Плюс одного не помню. Брат Сумай. Евар. Вот это вот, в принципе, почти единственная команда, которую можно сказать, что да, она с американского дивизиона, потому что большая часть игроков, если я не ошибаюсь, с Америки. Именно MSS. Как Канада, Америка. Да, поэтому... в принципе, Северная Америка. Один регион, да. Поэтому в целом, мне кажется, они уезжают туда, потому что там хорошие условия, там все замечательно. То, что мы говорили о Южной Америке, да? В Северной Америке, да, то есть европейские игроки уезжают в Северную Америку, потому что там хорошие команды, там хорошие условия, там большое количество спонсоров. Организации богатые. Да, организации очень богатые. В целом, если
в будущем еще больше европейских игроков будет уезжать в этот регион, скорее всего, этот регион будет все время иметь три слота, а может быть, когда-то заслужит и четвертый. Форвард, да, чисто американская команда. И образуют второй европейский. Форвард, чисто американская команда, базируются они в Нью-Йорке, именно их штаб-квартира, их буткемп-база. Поэтому локация не поменялась, и к ним предъяв мало можно предъявить. Ну, да. То есть... Evil Geniuses тоже постоянно находятся в Америке, когда у них нет, естественно, никаких ланов. Там тренируются, там же играют квалификации. В отличие от, допустим, того скандала, который произошел в Южной Америке, да, там, где команда CCNC все-таки немножко как-то пыталась эти правила обойти. Вот в этом разница, почему одним можно, а вторым нельзя? Это хороший вопрос, почему одним можно, а вторым нельзя. Я, допустим, не до конца понимаю эти правила. Допустим, почему Vegas Squadron, имея европейский состав, играет... в европейском дивизионе, а Spirit, имея тоже европейский состав, играют в нашем регионе. Хотя и там организация с СНГ. Я не понимаю, как эти правила работают, я пока негодую. Что ж, будем надеяться, что когда-нибудь прояснится с этим всем. А сейчас у нас в самом разгаре стадия пиков и банов. Я тебе, знаешь, что могу сказать, наверное, почему они выбрали играть в европейском дивизионе? Потому что на европейский дивизион три слота было, и Вега как раз-таки могла... Она поборолась, кстати, неплохо поборолась за этот третий слот, и могли они там как раз-таки проходить как третья команда. А вот в СНГ тебе, два слота, одни из них по-любому будут Virtus.pro, и ты в эту мясорубку попадаешь за последний слот, ты там не выживешь. Да, и к тому, что больше, в СНГ больше жестких команд. Да, к тому, что у одних команд есть выбор, где они могут играть, а вот у других команд, как, допустим, у Стака и CCNC, выбора особого и не было. Так, какие у нас баны тут интересные? Поехали к драфтам, да. Тут уже. Минус да. Феникс сразу. Минус Магнус, минус ПА. Вот как раз у плюс ультра все по классике, да, в этом патче. Все по классике, да. Спектру убирают, на которой там Eternal N у нас как раз-таки играл тоже ненужная запчасть. В этом патче, как так же, как и Фантомка, и Магнус, как раз, которых ты озвучила. Самое хорошее, что вчера было серьезное проседало у суппортов команды Envy. Он плохие связки суппортов показал. Суппорты, которые в современной мете, они прям не очень что-то там делают в совокупности. Что сейчас вот как раз он начал с Гримстрока. Гримстрок — это тот парень, который может разносить, в отличие там от связки, не знаю, Висп, Дазл. Ну что это за два суппорта? У тебя нет дизейбл, у тебя нет ничего, у тебя нет никакого дэмэджа, один просто привязывается, усиляет персонажа, другой там греви кидает на пятой позиции. В общем, такие суппорты, плюс еще кто-то. Нечес Профит третьим залетал тоже парень, по-моему. Там много дичи было. Вот. Но за меня сейчас он... Даже банит адекватно. То есть сейчас Дарксир. А где же Дарксир? Дарксир все еще не в бане. Подожди, он был в четвертом. Я надеюсь, он сэкономит бан и забанит что-то пополезнее, чем Дарксир. Ну, посмотрим. Он либо его банит на первый, прям сразу, сходу. Да, прям Дарксир. Респект бан этому герою, не команде. Вот. А потом, да, на четвертый, пятый убирает этого Дарксира. Поэтому, может быть, он сейчас залетит здесь. Хорошо, как вам Рубик Лондруид? Лондруид, ребята из Evil Geniuses как раз-таки играли. И они проигрывали с ним, но я думаю, они что-то сейчас именно под Лондруида будут фиксить остальных персонажей. Потому что с Лондруидом это... они умеют играть. Сумаил очень много времени на этом Лондруиде отыграл. Поэтому... Чубанат. Да и в целом Рубен дождь. Тут Рубен появился. Он уже у двух героев ворует слишком много полезных спилов. Да, это Эпицентр, и Саншторм, и Стан, и Гримстрок. То есть он уже в Солянова просто разваливает, наверное, полкоманды, если все правильно сделает. Вот Рубен очень крутой. Минус Сларк от Evil Geniuses. И чем же ответят плюс Ультра? Дарксир или нет? Вот в чем вопрос. Был там Веномансер еще у ЕГМ, как раз таки в драфтах. Поэтому, может быть, этого неприятного персонажа убрать. Потому что Веник неплохо здесь заезжает. Он такой, как раз таки у тебя будет и Змейки, и Медведь будет заходить. Это на подпуш хорошо работает. Плюс потом, вот Позе новый, очень трудно драться. Кентавр. Без Дарксира сегодня. Уже неплохо. То есть уже а почему? Прогресс. Может, на пятый? Он эволюционирует. Он реально эволюционирует. То есть сначала он банил Дарксира в первой стадии, потом он стал его банить во второй стадии. Теперь может, он вообще нас покинул. Теперь, может, он вообще забудет про этого героя, да. Тихо, еще шестой бан есть. Еще не все потеряно. Но в любом случае, прогресс уже налицо. То есть он постепенно начинает как-то адекватнее пикать и банить. Ну, второго сильного саппорта можно забирать какого-то. Гримстрок есть. Наверное, роумер нужен какой-то. Гримстрок все-таки он к линии привез, он более статичный персонаж, который не любит бегать, прыгать по всем лайнам. По Мишке нужен какой-то определенный дизейбл по Лондруиду.
Ну, в общем, больше магии, либо физ урона, чтобы медведя ломать. Поэтому... Shadow Shaman. Мирана. Мирана. Ну, это кор. Это, наверное, для... Оффлейн пойдет. Как раз таки. Или центр. Или центр, да. Либо для Monkeys Forever. Либо для нашего соотечественника, который на мете стоит. Это просто casual Мирана. Ну да, casual, вот, когда нет какого-то смысла, просто casual Мирана. Мишка хорошо по ней стреляет. Сам он впитывает стрелы. Рубен ворует стрелы, Рубен ворует Старшторм. Вообще все вот спилы Мираны полезны для Рубена. Поэтому Мирана пока просто casual. Мне на самом деле какой-то Слардар нравился вместо этой Мираны. Или можно Слардара чуть позже сейчас пикнуть. Потому что Слардар мне здесь нравится, этот Amplify, он по медведю всегда. Ну, контра была. Ты просто видишь этого сумона, накидываешь ему сразу минус армор и просто его расстреливаешь любыми персонажами. Без разницы, это маги, агильщики, силовики, они просто очень жестко бьют по нему. Ну, где Слардар, там и Таск. Таск может закатываться в Лондруида и брать кого-то с собой. Тоже неплохая комбинация. Вырватор. Плюс Рубен без эскейпа. Если вкатиться в Рубена, то Рубик без какого-то артефакта умирает. Лайф всю свою карьеру любил сейф. Ага. Ага. Пахнет Дарксиром. Теперь точно не Дарксиром. А пахнет баном, а не успеваешь уже. Не успеваешь забыть. Нужно было банить раньше. Расходимся. Сейчас Энви просто пожалеет, что он не брал его в первый маф. Да. Будет забавно. И еще проиграет игру, я думаю, его просто, его просто поплавит. И он, да, он просто перестанет больше играть тут. Слушай, ну casual Мирана уже не casual. Она хотя бы стрелу кидает Баратрума. Уже неплохо. Она стрелу кидает Баратрума, но... Проблема как раз таки Мирана, что она от Баратрума убежать липами не может. Он все равно догонит рано или поздно. Сколько ты липов не потратил бы. Не сбивает. Бежит. Что, герой? Помощь в оффлейне нужна. Шаду Шаман. Подходит на роль того саппорта, о котором Конечно. Ты говорил? Сильные саппорты уже. Дизейбл есть? Есть Гримстрок с Сайленсом, с хорошим ультимейтом, нюком, станом. И Шаду Шаман тоже 4 полезные заклинания. Плюс подпуш есть как раз у этого героя. Это... намного круче, чем там Dazzle, Wisp тот же самый. Я вот до пика Мирана сказал Shadow Shaman, и я вот не понимаю, зачем брать Мирану, и потом Shadow Shaman, если можно сначала взять Shadow Shaman, а потом взять героя, который хорошо зайдет и против Spirit Breaker, и против, там, допустим, кого-то еще. Это нормальная логика, Дим, нормальная логика. Что Мирана, вот я смотрю на нее, ну, вот она есть. Энди парень экзотический. Вот она есть, приходит в мид, там Драгонайт с топориком и пассивкой. И все, он стоит, добивает вообще все. Потом нажимает форму, прогоняет Мирану, забирает вышку и фармит шмотки. Мирану могут... Энви может и не для себя брать, но, скорее всего, может быть, это для Monkeys Forever, именно в оффлейн с кем-нибудь. Просто не понятно, кто поет на легкую и на центр. Как бы она уже в центре. Ну, она, в принципе... С большой вероятностью. Она на легкую может пойти. Она может с Гримстроком пойти тем же самым, там, Сен Кинг, Шадо Шаман на топ, и просто в центр сейчас герой другой появится. Ну, это вариант. Для Ивара. Ну, мне что-то подсказывает, что Энви на Миране играть не будет. Вот я прям чувствую. Энви на Миране не играет. Энви, он такой не парень. Не его герой. Да. Он поэтому любит. Это Мирана в мидл, да. Тут именно еще от этого можно отталкиваться спокойно. Слушай, ну бан Дарксера нет. Это прям прогресс. Ну, нужно убрать какого-то героя Энви, на котором он может тащить Луну бы, я не банил. Ну, из такого, знаешь, что он любит, это ТБ. Террорблейд, да. Террорблейд. Он на нем все игры играл. Он неплохо, он, кстати, расстреливает. Хорошечно. Хотя очень много дизейбла, на самом деле. Вот это неприятно против ТБ. Да. Очень много дизейбла. Если не ТБ, то кто? Луна, я говорю. Не, Луна плохая. Вот с Луной легко расправиться. Эти герои. Часть урона Луны впитывает просто саммон этого лундроида. Он просто... Часть урона уходит саммона, Мишка вызывает нового саммона, и там минус часть эклипса. ТБ мне нравится. Наверное, единственный здесь вариант, который может это все пробить. Сергей Антонович, вам не угодишь. Почему? Мы уже к последнему матчу квалификации на вы, да, перешли на... Конечно. Антимаг долго. Здесь все-таки нет у тебя того же самого Магнуса, который ускорит его фарм. Кто еще прямо из таких жестких? Фантомка у тебя в бане. Ну, Терблейд есть. Спектра тоже, на которой играет Энви. Она в бане. МК. Манки Кинг. Ну, это тоже, это не герой Энви. МК это все-таки герой на исполнение. Такой герой-плеймейкер, который бегает по карте, там при уже на хорошем старте просто всех разваливает. Энви он любит именно пофармить побольше. Если он начинает бегать по карте... Да, шах и мат. Он его не забанил. Мне кажется, это просто троллинг какой-то. Критическое. Критическое для Энви. Просто затроллили Энви.
критическое. Well played. Надо писать. Ну, ему оранжевика надо брать сразу. Вы знаете, это, ну, на самом деле мы сейчас узнаем, почему Энви так боялся Дарксира. Сейчас мы узнаем. Что же в этом или герое? Сейчас он его развалит за 25 минут и... Дарксир его или он Дарксир? Он Дарксира. Я думаю, наоборот будет. Было бы здорово, если бы он развалил его такую. Это идеально. Да, ладно. Хорошо, мы ожидаем Террорблейда, да, здесь? Ну, я ожидаю Террорблейда. Ну... Просто Сереже он не нравится, но Сереже не предлагает ничего в ответ. Нет, из того, почему что не осталось, нравится? Я... Он мне наоборот нравится. Тебе нравится? Мне не нравится Луна. А, Луна? Мне не нравится Луна, мне нравится ТБ. Луна никому здесь не нравится. Луна никому не нравится. То, что есть другие коры, но ТБ он просто такой самый надежный вариант. ТБ я даже не спорю с этим. Тут просто еще от пула Энви отталкиваться нужно. Потому что он не может взять какого-то там странного персонажа и играть на нем. У него определенный пул героев. Сейчас посмотрим. А, Морф еще. Морф. Вот кого мы забыли. Вот он, парень. Да, постоянно. Пятый пик чисто. Мы видели часто очень Морфа в бане, да, и прямо забыли, что он еще есть. Морф неплохо. Вот Морф ТБ смотрится, как раз Морф он просто на линии хорошо стоит и убивает этих крипов, которые под щитами на него бегут очень быстро за счет своей мощной атаки, поэтому... Ну и догнать его там, Дарксир не может его по таурам нормально загонять. Потому что, ну, с волны ты всегда уйдешь. Не знаю, я на ЕГЭ ставлю, я не верю в исполнение НВН на Морфе, слишком да. Сложный персонаж. Мирана одна не вытащит, а, ну, остальные линии... Не знаю, от команды будет зависеть. Я не знаю. После вчерашнего... Я на ЕГЭ ставлю. А я после вчерашнего дня полностью вообще разочаровался в Envy, поэтому я тоже ставлю на ЕГЭ. И буду ставить до тех пор, пока Envy начнет делать что-то адекватное в игре. Хорошо, друзья, я вас услышала. Теперь давайте узнаем, как все будет на самом деле. И для этого нам нужно передать слово нашим комментаторам. Спасибо большое, Тоня, потому что мы с Никитой правда знаем, как все будет на самом деле. Я заметил, что почему-то всегда комментаторы знают, как все будет на самом деле, знают. А аналитики тогда зачем? Они не знают, как все будет на самом деле? Грубо, грубо. Знают. Ну, а чего? Они знают, просто не говорят. Ну, мы вам тоже не скажем в ближайшие мы пару-тройку сами часов. Все будем посмотрим. Вы, действительно, в тайне это держать. Все верно говорила студия аналитики. Я просто напомню вам еще раз, это матч за выход, матч за третью квоту этого региона. В принципе, много мест, но кто вообще мог подумать, что Evil Genius из четырех команд, которые в плей-офф участвуют, окажутся на этом дне, из которого придется выбираться. Да, штормы вчера удивили, конечно. Они... Я думаю, даже удивили больше, чем ЕГЭ, которые им проиграли. Угу. А, ну, какой-то, видать, суперудар там был, я не знаю. Был... Достали пару тузов. Кентавр, по-моему, и Дарксир был суперудар. И параллельно наши комментаторы тоже такие говорят, мы не знаем, чем они будут убивать. Там 4 милишника, непонятно, как играть. Просто забафали всех. Фантомку забафали, забафали Кентавра. А, ну так погоди, фантомка. Все, была фантомка тогда. Была. При чем тут Кентавр, Дарксир? В итоге ДПС у Дарксира топ-2 был после Фантом Ассасин. Поэтому это хороший, излюбленная хороший герой. Стратегия бывших MVP. Угу. Такая была команда, где да. играли ребята из Кореи. Вот, Марш и, вот... и 4F, да. Да, и они, вот они как же. Раз любили Spirit Breaker, Фантомка и Дарксир в один пик. Все это бафуется щитами и идет драться. Очень много урона еще, получается. Еще и Кио на миде этой Фантомкой стоит под да. виспом. Тоже, да, старая добрая школа. Было время. Ладно, погрустили и хватит. Эта команда уже на мажор едет, если что. Поэтому часть... того великого корейского состава на мажор попадает. И вообще, я посмотрел, ребята сильно не потерялись. Все в топовых коллективах, все попадают на мажоры, играют, зарабатывают очки. А как ДК сейчас закупается? Вот, мне интересно. Под брасерки, наверное, но вот тоже. Ну, под, да, под брасерки, да. Просто думал, может, под Soul Ring? Нет, все-таки брейсеры будут делать. На центре сейчас все чаще и чаще. Угу. Да, Soul Ring, по-моему, после них уже появляется. Любопытно то, что Фир играет на Grimstroke, а Снейкинг на Шамане. Фир очень много на Шамане играл. В матчмейкинге тренировал его. Ходил в харду. Да и многие другие тоже игроки тренировали Шамана в харду ходили. А тут мы видим совершенно иную ситуацию. Ну, может быть, просто этот Шаман нужен в другом месте. А Grimstroke с Сэндкингом просто лучше смотрится, да, чем Шаман. Они, насколько я понимаю, вообще триплой будут стоять. И... А кого они в топе? Одного Сэндкинга? Они одного Сэндкинга, да, мне кажется, они просто руны хотят забрать здесь. То есть гарантированно забрать две руны хотя бы. И перетянуться. А Сэндкинг в топе, кстати, без рофлов, Сэндкинг в топе может копнуть и забрать руны, если хочет. Это, правда, может стоить ему большого количества регена. Поэтому, да, он, естественно, забивает. Но можно в таком случае обойти вот там вокруг Рошпита, забраться и украсть вражескую баунти-руну. Как-то незаметно это сделать. Снейкинг вместе с Фиром, смотри, выходит на Артизе.
Что, крипов захотел поблочить, братан? Не, иди-ка ты отсюда. А тут уже крит дает чардж снейкинга. И не факт, что здесь не будет первого фрага. Так это трипла против триплы. Кто бы мог подумать? Явно не ожидали ребята из плюс ультра, что три героя сразу окажется. И с учетом медведя это, в общем-то, почти 4 с точки зрения ДПСа, да, и тычек руками. Интересно, трипла против триплы внизу. А в топе получается у нас pure skill, так сказать. Дарксир против Сэндкинга. Постоянный Колобок периодический против урон. Да-да, постоянный периодический урон. И от одного, и от другого. Интересный, действительно, интересный матчап. Ну, посмотрим. Может, реально в какой-то уровень окно какое-нибудь получит один из коров или одной или другой команды внизу, и саппорта перетянут помогать своему номинальному хардлейнеру. Бразды правления на центре Envy взял в свои руки, отправил Шису и Номиране стоять в триплу против лоундруида. Хочет сам на морфе покатать на центре против ДК. Ну, в этом есть определенный смысл. Морф очень сильным ласхитом обладает. В общем-то, и ДК тоже, да? То есть ты хочешь ставить в центр героя, либо который ДК унижает, либо который способен его перекаесить. Ну и вот Морф, наверное, один из тех, кто относится к героям, которые могут хорошо крипов добивать против Dragon Knight. Ну, Сумаил на уверенности идет. Давить Envy под вышечкой. Посмотрим, что Морф зафармит. Ну, адаптив страйк у Envy. Все зафармит, что только можно. Но вышку все равно сложнее перекаесить, чем делать это с Сумаилом. Ну, я думаю, тут матч оправный и едва ли... Ну, ДК не обладает Burst Damage, так или иначе. Надо сильно размять Морфа и заставить сильно, его надо очень сильно постараться, да, чтобы Морф... Если Морф умрет в таком матчапе, я думаю, в Envy полетит просто 5 типов тут же. Потому что это практически невозможно. Самое интересное, конечно, в боте. В боте наиболее вероятен фраг какой-то. Какая-то динамика здесь должна происходить, учитывая то, что ЕГЭ стоят в легкой линии. Они должны, наверное, как-то вот отпуливать. У них вот есть легкий спот, к которому доступ получить Дайр, ну, чуть сложнее, чем Radiant получить к сложному споту. Потому что, ну, вот те, кто стоит на сложный, пулят сильных крипов. Те, кто стоят на легкой, пулят легкий спаун. И Radiant могут помешать легко вот этот вот сложный спаун дайром отпуливать. В общем-то, если они тут триплой, конечно, стоят. Трипла у них достаточно мощная. Это Spirit Breaker с большим количеством здоровья, с виномом. Бодаться с ним ни в коем случае не рекомендуется. Один на один у него есть баш. Отлично, кстати, играет Fly, откидывает Фира под Inkswell'ом и спасает таким образом часть, большую часть стека Spirit Breaker. Его бы тут могли подразмять сильно. Убить-то вряд ли, но он бы убежал просто на базу. А так крит способен еще раз ворваться. А может, есть смысл стрелу выдать Шисуе? Да, нечем заблокировать стрелу. Она как раз откатилась, урона много, но живет пока еще крит. Использовал стики, погоня за ним от Фира. Ну, трудновато Фир пробивает крита и подтягивается Fly. Inkswell не дотягивается до крита, но фраг есть. Это не ФБ, но это все равно так или иначе убийство. А кто на ФБ слился в этой же драке? На ФБ нет, на ФБ у нас еще, помнишь, что... точно, да-да, спаун... да, ой-ой-ой, а тут у нас... Соливарня для Monkeys Forever. Пятый уровень, он убивает Дарксира. Ну, он получил пятый уровень после того, как шлепнул Дарксира. Скорее всего, бил он его на четвертом. То как-то у него подозрительно много опыта. Это странно, это странно. Сэндкинг пока 21 на 3 держится. Дарксир ему немножко проигрывает. Но как только S4 почувствует, что он не может больше стоять в крипах, то он, в общем-то, может либо зайти за вышку и там фармить, либо просто отдавать всех крипов Monkeys Forever, а потом дофармливать то, что у него... то, что до него доходит, грубо говоря. Потому что Сэндкинг линию пушит очень сильно. Да, ну можно было ошибиться. Мы не увидели, как это случилось. Но я думаю, на самом деле, через пассивную способность полопались крипы, и Дарксир где-то немного своих хп не доконтролил. А там дальше подкоп, удар. Очень просто все это добивается. Ну, осторожнее нужно действовать. Загоняют под вышку триплу команды плюс ультра. И если посмотреть на крипстат, то Мирана 12 на 3, а Медведь 13 на 4. Все очень близко по отношению друг к другу. Ну, конечно, хардлейнеры и мидлейн фармят получше. У них там нет этой постоянной возни, постоянного размена по хп, спама способностями, не в крипов, а в героев. Поэтому за счет того, что сконцентрированы на крипинге, могут это могут вывозить побольше золота. Ну, вообще и опыта мало получает все-таки трипла, и золота много не зарабатывает, поэтому слабоватые герои, мне кажется, отсюда выйдут. Но относительно мидера, да, вот какой-то морф, который очень сильно подкачается, получит быстрый левел, или ДК тот же самый.
который получит быстро, допустим, Shadow Blade или там Dagger. Ну, Shadow Blade как-то вроде поинтереснее на Драгонайте смотрит, но смотрится, но я что-то давно не видел, чтобы кто-то покупал его обычно, Dagger берет сейчас. Короче, мидеры могут много импакта сделать в игре. Исфор понял, что лучше отпуливать крипов на себя. Ну, тут на нейтралов, видимо, хотел отвести, но зафармил их так. Сейчас туда и Сент Кинг придет, смотри-ка. Сент Кинг с шаманом нападают на Дарксира. Очень неудачный сюрдж от Исфор. Неужели он просто забыл, как играть на этом героя? Так он умрет сейчас. Через 3 секунды будет подкоп, и это очередной фраг. Ой, блин, ну Исфор, ну ты даешь. Ну, он не знал о перемещении. Он, конечно, не убивал его в соло Сент Кинг, мы это прекрасно понимаем, но он не ожидал, что Шаду Шаман окажется здесь. Хотя его давно нет на карте. Фир перетянул... не Фир, а Снэйк Кинг, да. Давно ушел с нижней линии. Можно было что-либо заподозрить. Не доиграл этот момент. Как там дела внизу? Как там дабла стоит? Миранка 16 на 3. Медведь разгоняется 27 на 11. У Медведя скоро 5 уровень. Вот тогда у Мираны начнутся неприятности. Ее лип не очень полезен будет на линии. Медведь просто сможет ее давить. Пока корней нет. Шисуи пока еще стоит на курорте. Флай никак не найдет себе места, но вот спиритбрейкер чаржит Энви. Будет попытка убить мидера команды плюс ультра сейчас. Энви успевает включить перекачку, конечно же. Очень сложно с ним здесь работать, потому что здоровья у него много, у него уже там по 2000 было практически. Плюс рейндроп, плюс какие-то заряды в стиках есть. Оставляют Энви в покое. Ну а медведю особо помощь тоже в боте не нужна, потому что, как ты верно подметил, у него скоро 5 уровень, и он в соло будет стоять просто прекрасно. За счет своего джерора и второго спелла у него много стойкости, ну и убивать он тоже способен, почему бы и нет, если Шисуи подставится, получит там тычку, прокнут корни, и, как ты верно подметил, либо перестанут работать. Вот мы видим, как Мирана сразу же упрыгивает, даже не дает, ну да, не дает шанса, не дает шанса даже этому медведю ударить, потому что Шисуи прекрасно понимает, стоит ему корни поймать, и он либо весь стек потеряет, либо умрет. Поэтому надо убегать тут же. Крит хочет со спины зачаржить Энви. Так, по крайней мере, стоит. Рубик рискует погибнуть сейчас в лесу. Инксвелл по Рубику, еще и Сайленс. Ну, конечно, без шансов. Без шансов. Небольшой буст для Шисуи. Так, кстати, отмечу, что очень много хороших скиллов под Гримстроука. Вот в пике плюс ультра. Мне кажется, что пик ЕГЭ поинтереснее смотрится. Но в целом Энви надрафтил очень неплохих персонажей под Soulbind Гримстроука. Энви подходит. Как раз сейчас перекачанный в ловкость. Видимо, будет как-то помогать команде. Сумаил использует Брестфайр. Немножечко дамажит Энви. Но Энви в любой момент может перекачаться. И убить его, повторюсь еще раз, очень сложно. Здесь попытка убить шамана, который нашел руну невидимости, но поскольку здесь центрик, его легко забрали. И Артиси перетягивается в центр под форму ДК для того, чтобы спушить вышку. Одинокий воин на карнизе, да, за окном. Борется с нейтральными крипами. Не собирается делать доминатор, что самое забавное. Доминатор на Дарксире, это в какой-то момент стало таким гостовским билдом, что ли. Вот всегда покупали, вот. Как только доминатор стал по-новому вот собираться. Я думаю, дело в Миране, наверное, в составе, да, знаешь, плюс ультра. Наверное, соглашусь. 100 маны, да, разменять на 200 монет всегда выгодно. Слишком просто для Мираны. Опять, кажется, умирает у нас Эсфорзи. А нет, Шеклс прерывается чаржем крита. И тут еще могут быть какие-то проблемки у Дайер, потому что щит-то прокачан как следует. Фир прожигается треугольничками вот этими. Вот. И, кстати говоря, не замечал раньше такой анимации у этого щита. Это там косметическая вещь. Снэйкингу не нравится держать крит. Он вроде держит, но больнее и больнее становится, да, с каждым разом. Еще и разгон крита. Он под сюрджем очень быстро. Еще один фраг. Этернал Энви рискует тоже погибнуть. Но Энви выигрывает. Как не вовремя на самом деле щит закончился. Он бы тут Энви убил, что самое смешное. Ну, двойное убийство для саппорта. Очень хороший выход получился. Еще, ну правда, стрик Энви подарил. Не хотелось бы так кормить Марфа. Но все равно себе золото опыта очень много получил спиритбрейкер. Артиси уже расправился, да, с вышкой в боте? Он так просто за тавером там стоит, не видно по миникарте. Нет, все-таки вышка еще там цела. Так вот, по поводу Гримстроука. Стан Сент Кинга, Хекс, Шеклс, Молнии, Адептив Страйк.
отлично будет демонстрировать себя Гримстрок в этой игре и тиммейты его. Допустил ошибку Сэндкинг. Сейчас его будут убивать. Он плотненький с Венгардом, но тут ребята тоже не шутят, уже не разобрались. Даже близко, по-моему, его не пробили. Там не с целыми хитпоинтами даже было в начале. Да, Вангард, конечно, дает Сэндкингу очень много стойкости. Таким прям неубиваемым героем в начале игры становится, если у вас сильных нюков магических нет. Ну что ж, давайте Netforce посмотрим, определим, кто как отстоял свои лайны. Ну, на равных в итоге Морф и Драгонайт постояли линию. Ну и, конечно же, Сэндкинг выиграл свою линию у Дарксира, это было видно. Нет хорошей жизни Дарксир, ушел в лес. Ну и Медведь. Медведь очень хорош. Тоже обыграл Мирану, причем невероятно уверенно. Я не ожидал, что там будет такая разница в 2000. Медведь, вот с момента, когда саппорты отошли, перестали давить, и с момента получения пятого уровня, Медведь что-то в небеса улетел совсем. Шикарный рор от Мишки. Не удалось его подцепить. Он очень быстро. Здесь Снейкинг и Манки с Варевера за ним бегут, но никаких блинков нет пока у хардлейнера. И у четвертой позиции, или пятой позиции, Снейкинг, естественно, на 11-й минуте. И поэтому Медведя приходится отпустить, хотя вот давят за ним в итоге до конца, подкапывают. Снейкинг успеет ли поставить змейки, успевает. Здесь же Сайленс, и Savage Roar в кулдауне еще должен быть, и Медведя все-таки забрали. Артизи в какой-то момент, мне кажется, подумал, что его просто отпустили уже. Вот он забежал под вышку, чувствует себя в безопасности, но не тут-то было. Да, там прожатый Moonlight Shadow, потому что предварительно, именно он сыграл свою роль, предварительно Fly в деревья пошел и поставил вардик, под которым сейчас плюс ультра тусят. И они никого не увидели. То есть там поставился обсервард. Envy еще и Darkseer убил. Я, честно говоря, не узнаю ЕГЭ. Они вот, ну вот особенно S4, вот, как-то прям совсем. Вот он умирает. Не в попад. Откровенно говоря. Envy пошел вниз, при том, что линия отпушена до Т2 вышки. Интересно, что хотят. Возможно, на отпуше хотят поймать одного из героев и убить его. Но я смотрю, Envy параллельно в лесок захаживает, забирает там крипчиков. Но это нормальная схема под отпушенную линию, попробовать устроить ганг. Поэтому у Envy потенциал уже на убийство хороший. В центре ультимейт бар залетает в Снейкинга, и тот погибает беспомощно абсолютно. Команда была далеко. Шисуй никак не мог помочь. А Морф выходит на линию и нападает на Дарксира еще раз. СФО, я не знаю, чем он там занимается, но внизу Дарксир умирает. Практически умер. СФО убежал под вышку, и теперь разгон на Eternal Envy. Но СФО надо щит успеть, правда, выдать. Убивать собирается и не совсем... А, у него маны нет. Вот без маны Envy может быть и наполучает здесь. Ароу Мирана не попадает в Дарксира. Envy очень много дэмэджа получает. Дает Adaptive Strike, который отталкивает спиритбрейкера подальше. Сурдж пошел на Сумаил. Еще один чардж. И кажется, Envy здесь должен забрать. Но отличный хекс от Снейкинга. Не врезается крит в Envy. Однако уже и Fly успел подойти, дать свои скиллы. Поэтому Envy отправляется в таверну. Четырьмя персонажами ЕГЭ убивали сейчас Морфлинга. В то время как остальные игроки плюс ультра вроде бы как подфармливали. Ну, как? Ну, втроем, да, втроем Мирана защищались. Тоже была, да, в боте, и Снейкинг тоже был там же. Так что, в принципе, нормально. По макро-ситуации все у ЕГЭ в этом моменте. У них как раз Медведь фармил. Медведю удается аккумулировать фарм сейчас. У него почти что есть молнии. Использует свой второй спелл, нападает на Фира. Мишка какой-то медленный. Что у него? Тапка нет. Я так понимаю, он вообще без тапка должен быть. Да, бежит очень медленно. Нетипично, особенно вспоминая мету, где в медведи основные вещи были вложены. И фейсбутс, и эти медведи, которые под рэпидом бежали с космической скоростью. Это какой-то неправильный медведь. Нападают на Мирану. Три липа, и в случае... Ух, ну да, три липа. Успей их сделать, эти липы. Незерстрайк от крита без шансов. Вот это комбинация Дарксир плюс Спиритбрейкер начинает себя проявлять во всей красе. У нас тут обновленная, переработанная механика Сурджа, обновленная, переработанная механика Чарджа. И вот эти герои заиграли новыми красками. Шаман ставит варды в центре. Хочется флай украсть что-нибудь полезное. Конечно же, варды у шамана были бы идеальным вариантом, но шаман уже успевает отбежать, и флаю достается... Песочек. Песочек Сэндкинга, Сэндшторм. А Сумаил у нас делает радик. Вот это билд по мне. Два брейсера и сразу же Radiance. Да, и проигнорировал даже кольцо, что тоже не часто видишь. Этот билд мы наблюдаем. ПТшка, два брассера, но там Soul Ring еще как промежуточный артефакт. Ну, ДК решил, раз такая жара, раз всего хватает.
куплю быстро Radiance. У него талант на мана реген есть, поэтому Soul Ring не является прям обязательным слотом. Вот раньше прям постоянно брали Soul Ring и качали талант на Damage Reduction. Поначалу, вот как только появились вот эти таланты, и ДК там набрал свою популярность, потом осознали, что очень быстро тебе нужно менять этот Soul Ring, потому что ты вначале, допустим, купил вот ПТ, Soul Ring, у тебя есть там, допустим, Shadow Blade, ты себе купил еще молнии, и, ну, либо там ботл, либо там, ну, телепорт. Телепорт еще был в инвентаре, да, ну, стики, может быть, еще какие-то. А сейчас понимают, что, ну, талант на мана реген способен Soul Ring практически заменить. Ну, и поэтому нет смысла занимать слот один в инвентаре Я почему внимание, я почему внимание на это обратил? Потому что в рамках нашего турнира ну, подавляющее большинство все-таки собирает Soul Ring. Вот они покупают, покупают и покупают. Хотя, ну, понятно, твои слова абсолютно верны в этом ключе. Просто удивительно, что Сумаил игнорит, а, например, я кучу мидеров назову из наших квалификаций, которые все-таки его дарят. Ну, дело привычки, скорее всего. Может быть, может быть. Ну, особенно если экономика позволяет, ты топ-1 по нетворсу. Чем быстрее купишь радик, тем быстрее разгонишься. Медведь, это что, бесплатные 300 монет? Арл поймал, да. Кажется, это плюс 300 для Envy. Очень приятно, учитывая, что ему как можно скорее нужно выформить... Envy думал, что он превратится в Варфа и продолжит чаржиться, видимо, но не тут-то было. Потестить. Ну, нормально, да. Нормально такой битва за слот на мажор на Envy, ну, потестить. Потестить. Чего нет. Больше он так делать не будет. Envy два раза учиться не надо. За раз все решает. Мека и почти готовы грифсы до рецепта. Ну, до рецепта немало остается. Это один из самых дорогих рецептов. Блин, жестко, конечно. Радик так быстро выформить на ДК. Невероятная просто скорость. Сумейл-то ведь и особо... Так, напали на Мирану. Саша Суи умрет. И идут дальше. Смотри, не собирается останавливаться. Envy фармит эншентов. Медведь видит, Марфа. Морф отступает. А, Сумаил решил, а, ладно, что мне погоня за этим Морфом? Я лучше эншентов пофармлю. Подцепили еще Сэндкинга. Есть детекшн, но у крита нет ультимейта. Сэндкинг очень грамотно откопался. Вакуум, который не цепляет Манкис Форевер, он уходит телепортом. Не успел Артизи подбежать, дать Savage Roar, чтобы сбить этот телепорт. Было понятно, что там Манкис Форевер собирается уходить через ТПшку, но быстро пробраться не смогли. Да, я смотрю на скорость бега медведя и на этот выход на Марфа и понимаю, что Envy надо очень сильно будет ошибиться, чтобы Артизи смог убить Envy. Только если ты ворвешься и получишь где-то в центре событий, получишь тычки от медведя. Но так Морф, у которого ПТшка есть, у которого большое количество ловкости, он вообще не должен догоняться с умоном. Просто ни при каких обстоятельствах он не должен ловить корни, если вот так на него в лесу выходят. Выходят на Артизи, Monkeys Forever, 12 уровень, второй эпицентр, врывается на Артизи, но не убивает. Дэмэджа не хватает, без хп Артизи уходит, но не мертвый. И Флай тем временем умирает в центре, двойной урон от Шисуи. Шасу по уровню Сумаила, смотри, хотят убить Мирану. Здесь Миран использует один лип, есть еще один в запасе, но просто не успевает Шисуи спасти. Здесь попытка контратаки в Артизе мажет станом Monkeys Forever. Это очень плохо. Возможно, этот фраг дал бы большое количество преимущества. Плюс ультра. Ну, медведь плотный, конечно. Артизи со своими и хп нормально, и всегда фронтлейном идет сумон. Я, честно говоря, удивлен, что второго ультимейта не хватило, чтобы забрать лондруида. Туда, наверное, какой-то плюс бы в виде Shadow Шамана немного пораньше. Monkeys Forever переоценил свои силы. Там уже банально не хватает. Ну и пока понемножку ЕГЭ выходит вперед. У них невероятно богатый Драгонайт, который может всегда инициировать, нападать. Даггер будет следующим артефактом. У вас хороший потенциал под драку, потому что Radiance имеется. Ну и, конечно... Мне кажется, у вас просто драка сильнее, много массового контроля. Какой-нибудь стяжка под телекинез Рубика во всех героев. Это фактически там стан может быть по четверым, по пятерым. Да, у Дайр тоже, конечно, много всякого контроля, но пока кажется то, что у ЕГЭ элементарно плотнее герои. То есть вот толстый лондруид, который может принять форму, ну, при желании, если на него все-таки там будет идти какая-то атака, он, конечно, в милишной форме особо урона наносить не будет, потому что у него такой билд специфический через Dragonlance молнии. Но если его будут бить, он может... Ой, да ладно, неужели тут убьют Envy? Envy успел включить перекачку, здесь есть
Фор дает свой прокаст, Крид не видит Морфлинга, чтобы как-то продолжить эту погоню, и решил отступить. Молодец, Энви вовремя очень включает перекачку. Здесь подкоп от Monkeys Forever, Fly ворует Sandstorm, получает Хекс, ну и умирает, наверное. Soul Bind по медведю и по Флаю, двойной Silence, сейчас может еще даже двойной подкоп, ну ладно, Рубика уже убили, двойного подкопа не будет. Это еще плюс 300 для команды плюс ультра. Кому в этот раз? В этот раз Сэндкингу. То есть уже медведь нафидел на 6 сотен золота своего оппонента. Если мы все видели, может, где-то медведь, да, еще. Я думаю, что не погибал больше этот медведь. Там дважды его убили. Это вполне приемлемо за 20 минут. То есть такое бывает. Но неприятно. Мирана почти с молниями. Герой очень сильно просел по опыту. Это видно. И там саппорты бегают 9-10 уровни. И Миранка только-только берет 11. Этому герою кровь из носу нужен 15 уровень. Он тогда во всей красе раскрывается, потому что Марфу в любом случае физ ДПС какой-то нужен, поддержка какая-то, и вообще Мирана просто, которая не имеет такого буста слипа, как на 15 уровне, она не очень полезна. Все-таки уже мидгейм начинается, поймали Снейкинга и очень быстро с ним справились. Может быть, это даже плюс Рошан какой-то? Хотя Shadow Shaman 30 секунд не будет на карте. И вроде медальки никакой нет, дэмэджа особо по Рошану ЕГЭ дать не могут. Ну, если впятером навалится, конечно, они его заберут. Но плюс ультра сюда придут, я думаю. Такую наглость прощать своему сопернику ни в коем случае нельзя. Есть эпицентр второго уровня, есть Гримстроук. Гримстроук очень силен вот в таких вот локальных каких-то, да, тимфайтах на маленьком пятачке, где скиллы летят вообще отлично, когда любой может попасть в твой солбинт станом каким-то. Вот подцепили уже Рубика уже забрали. Здесь пошла стенка, куда-то там побежал спиритбрейкер, не пойми в кого, цепляет Фира. Судя по всему, Фир успевает раскастоваться. Что стало с Рошаном? Рошана забрали Резидент, Смаил подобрал Аегис, и ЕГЭ отделались легким испугом. А могут они драться, потерялись... есть варды, есть, да, варды. Можно попробовать подраться, даже Энви прожал БКБ. Но отходит. Вот он, Soul Bind, но скиллы уже дать сюда не получается. Не получается, и Рошан и ЕГЭ забрали, да еще и, наверное, можно сказать, что драку выиграли, если убьют Шису, и да, его было видно, он получает стан и умирает. Определенно удачно разыгранная макро-ситуация американским коллективом, ну, злыми гениями, да, скажем так, да, потому что у нас все-таки это квалификация в Северной Америке, тут и один, и другой американский коллектив. Ну, в общем, вы поняли. Могли тут хорошо подраться. Могли тут хорошо подраться, но мы не видим вообще дэмэджа от Марфа, дэмэджа от Сэндкинга. Он мог бы там так круто ворваться с этим эпицентром. Я... Вот, видно то, что он эпицентр скастовал, но 650 урона, серьезно? Так мало? Скорее всего, он просто ни в кого не попал почти. Может быть. И начинали драку без Shadow Shaman. Он сидел в таверне, потом прилетел на шрайн и просто не добежал до драки. А это по сути, главный контроль. Это герой, который Хекс выдает, и Шейкл. То есть он двух героев может нейтрализовать под файт, но его не было. Ну, особо времени тянуть у плюс ультра, да, и на раздумье времени не оставалось, потому что Рошан падал, и как раз в тайминге Снейкинг подошел, но... Драка уже совсем в другой локации затянулась. Дрались бы в Рошпите, мне кажется, был даже шанс поставить варды в Рошпит, попробовать поэффективнее драку под Сэндкинга, под его инициирование провести. Погоня за Monkeys Forever. Спиритбрейкер пока не бежит. На Сюджи подходит Эсфо. И под щитами размазала Скорпиона. Да, так по одному. Пока отдаются у нас Дайр. Где-то Шаман умирает один, где-то Сэндкинг умирает один. И все это выливается вот в такое небольшое, но весьма ощутимое преимущество в виде 6000 по золоту. Энви дофармливает Линкенсферу. Ему нужно много артефактов здесь, пожалуй, чтобы быть полезным. Приобретать Этериал Блейд. Посмотрим, будет или нет. Ароу не попадает в Драгон Найт. Конечно же, Сумаил отстрейфливается у него. Аегис плюс форма. Очень круто раскачался здесь Драгон Найт. Это не тот самый стандартный Драгон Найт из Китая, да, который там вот стоит что-то в миде, ему тяжело, но он терпит, его не прогнать. А потом как-то он там качается, как-то вроде бы выфармливает. Это Драгон Найт топ-1 по нетворсу. Это... Достойный Драгонайт от Сумаила. Soul Bind от Фира здесь, но скиллы просто не летят вообще никак. Падает хайграунд, надо что-то делать с этим срочно. Подрывается здесь Сэндкинг, выкупается Shadow Shaman и Гримстроук. Ну и Сэндкинга тоже убьют. Да, убивают, эпицентр не дают вкастовать. Все, что было, вкастовали. Сбили по половинке столба трем персонажам. Используются грифсы, все фулл ХП.
регенерация больше, чем сейчас урона команда плюс ультра может предложить. И это минус центральная сторона, и потенциально топ можно сломать, потому что там нет А2 вышек. Да, Афир, Сумейл, точнее, отправляется на топ ломать тауэр. Еще не будет минуту шаду шамана. Сент-Кинг, наверное, Мирану не так опасно здесь видеть. Сент-Кинг разве что со своим прокастом неприятен, может быть. Но 20 секунд, вы успеете сломать еще один барак. Ренжевой можно даже и оставлять. В принципе, милишные доломали и отошли. Без формы не так удобно, конечно, справляться с бараками, но есть медведь, который наносит хороший дэмэдж по строениям. Прорывается Сумаил на Шисуи, получает еще и чарж, и очень быстро умирает. Это кор Мирана. Она как-то совсем вот не может себя найти. ГГ. Прописывают плюс ультра. Я смотрю на скорость спиритбрейкера под Дарксиром. Он летит быстрее, чем любой проджектайл стан, который да, я видел. Да, да, да. Намного пожалуй, быстрее. Старый Этериал, наверное, мог посоревноваться с ним. Может быть. В скорости, да. Но... Со скоростью Лагуна Блейда, вот Finger of Death, вот как-то с этой скоростью бежит Spirit Breaker. Интересно, достаточно интересно. И вот он, Дарксир плюс Spirit Breaker. Комбинация интересная, комбинация такая боевая, быстрая, динамичная. Ну и, конечно, в поддержку ДК, только аплодисменты тому, как Сумаил провел этот матч. Блестящая игра на Dragon Knight. Ноль смертей, все по делу. Хорошо фармил, хорошо качался, был везде, где был нужен. Фактически. И ЕГЭ очень быстро заканчивает эту карту. Неудачный соперник для Envy. Думаю, что со штормами да. им было бы чуть попроще. ЕГЭ тоже думали, что со штормами попроще, видишь? Не получилось. Ну так специфически порой может не подойти тебе. Ну, команда, да. там ее плейстайл определенный, ее драфт. И каким-то чудом ЕГЭ вчера проиграли, но сейчас, видимо, они отрываются. Они потом прекрасно понимают, что права на ошибку уже нет. И это нужно да. играть на максимальном уровне. Ну да, да. По сути, что это? Это одна проигранная БУ-3 в плей-офф. Все, у тебя есть шанс один раз проиграть в плей-офф. В этом-то и суть его. Ну, второй раз, и правда, ошибаться не стоит. Evil Genius, конечно, фаворитом выступает в данном противостоянии. Не думаю, что сильной репутацией им этот отлет 0-2 от J-Storm послужил. Ну, будем смотреть их на второй карте. Я не знаю, что там студия аналитики, мне не дают информацию. Ну, видимо, ребята там собираются еще с мыслями, заканчивают свои конспекты писать. Мы же все показали. Как будет на самом деле, мы показали. На самом деле было вот так. Поэтому давайте разбираться, как еще могло быть на самом деле. Передаем слово студии аналитики.